Вот в ЗАГС вот такие ребятишки пришли, им нормально, он первый, вот второй, а вот третий. А это я, блин. Перед началом кратко объясню, как зайти на Гранд РП и попасть сюда ко мне. Первое, переходишь на сайт по ссылке в описании, листаешь ниже и скачиваешь лаунчер. Второе, запускаешь его, и если вылезет что-то подобное, то нажимаешь подробнее и выполняешь установку. Придется немножко подождать. Ну и третье, при регистрации укажи мой ник, он также написан в описании. И, конечно же, не забывай поставить лайк. Начинаем. Всем здоровеньки, позовите, мы снова на Гранд РП. Василий Простоквашкин снова в деле, снова этот пузатый тип будет устраивать беспредел по полной. Но в этот раз, конечно же, не один с Викусей, да и не только с Викусей. Как вы помните, в предыдущей серии-то у нас там вроде как свадьба намечалась. И как вы думаете, кто-то из гостей так к нам пришел? Вот она, вот она, вся наша банда, вся семья. Кунг-фу! Все помнят кунг-фу! Потому что пузатая банда шарит, все шарят. Ну-ка, я сейчас вот так вот пройдусь, вы посмотрите. Тут и модники у нас есть, и я в телевизоре клип. Ну да, все в общем по-старому. Тут очень много людей пришло к нам на свадьбу, за что я, конечно же, говорю большое спасибо. Думаю, еще не раз устроим такую сходочку. И я еще скажу отдельно всем, кто здесь был, еще раз спасибо, что, ребят, вы послушали. Все встали в линеечку, и сейчас я всех приму в нашу пузатую семью, которую я уже создал. Вон Викоська, Викоська бегает, смотрите, видите, у нее написано. Ладно, все, поехали, буду потихоньку сейчас всех принимать, как вас много. О, Бурундук круг. Тут буря number one. О, все, быстренько сейчас всех принимаем в семью и будем праздновать свадьбу. О, как здорово, как я рад, что всего лишь там денек-два я видосик выпустил, так много народу пришло. Ладно, начинаю принимать. А тут со мной кто-то поздороваться хочет. Давай, давай, братишка, не знаю, с кем я обнимаюсь. Так, ну-ка, что-то все тут разошлись, меня зажали, купец, вообще, беспредел на свадьбе. Впрочем, я это и ожидал, конечно. Какой стоит. Здравствуй, мистер Бурундук. Я снимаю видео по свадьбе и хотелось, чтобы вы сказали пару слов. А то без проблем, без проблем. Ну, я тебе вот скажу пару слов. Ты выглядишь просто отпад. Конечно, не такой крутой, как Василий Простоквашкин. Да, я ему, конечно, там отвечу на его вопросы, если какие-то есть. И я рад, что ты здесь. Всегда рад видеть таких дружелюбных, красивых гостей. Молодец, прям. Тут и музыканты. О, это кто здесь у нас тут такой, а? Кто-то решил переодеться в Василия. Теперь у нас на свадьбе два Василия. Викуся, только не перепутай, окей? Вот я, оригинальный Василий. Приседает. Правильно, правильно, подготавливайся к свадьбе. Иду, иду, сейчас буду принимать. Вика, я готовлю вопросы только для интервью. Делать только приличнее. О, второй Василий вышел наконец-то с АФК, ему сейчас отправлю. Василия это надо. Одного Василия в семье мало. Нужно двух Василиев сюда загнать. Все, теперь у нас два. Брат мой. Ё-моё, говорит. Все, вроде я всех принял. Тут какого-то фига что-то происходит. Я не могу понять, мигалка в воздухе повисла. Ну, все нормально. О, тут ничего себе, мне 100 000 просто кинули. Нифига себе. Вот это я понимаю.
знаю, подарочки мне на свадьбу прислали. У меня уже 700 тысяч на балансе. Спасибо, спасибо, пузатики. Все, я тут с Викуськой зажигаю. Вот это, блин, настоящая свадьба. Все, начался беспредел. Что происходит, я не знаю. Меня все застопорили. Фиг, я отсюда выбегу куда-либо. Мне все деньги отправляют и отправляют. Почти 700 тысяч уже. Спасибо, ребятки, спасибо вам за это. Так, во, я нити пока поотключал. Ну вы посмотрите, мне закидывают и закидывают деньги. Уже 800, блин, вы что, накидали мне-то, ух. Что происходит? Дайте мне выбежать куда-нибудь, а, плес? Я предлагаю немножко пробежаться. Устроить такой, знаете, беспредельный забег по пляжу. Сейчас всех соберем, сейчас все немножко вот увидят. Так, 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 ну-ка, давай, 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 во-во-во. Сейчас беспредельный забег по пляжу устроим. Погнали, ребятки, немножко побегаем. Покажем всю мощь семьи. Как нас дофига, это офигеть просто, это круто. Всем спасибо, кто сегодня пришел. У нас, конечно же, все только начинается. Мы сейчас еще должны поехать в ЗАГС. Обалдеть, как мне нравится бегать вот так толпой, как будто мы, не знаю, мы собрались ради одной какой-то цели. Бежим, как будто убивали. Но выглядит все на самом деле так. Но я надеюсь, что это не так. Мы сегодня не собираемся никого убивать. Мы собираемся веселиться. Ох, как дофига народу, все носятся. Так, меня пока не окружили. Мне надо хоть немножко в сторону отбегать. Ну блин, круто, круто. Мне вообще все нравится. Спасибо, ребятки, что сегодня так много вас народу пришло. Я даже не ожидал вообще, что за пару дней столько подтянется. Викуся, давай командуй. Что будем делать? Я фотик свой потерял. Так бы я парочку фоточек бы сейчас запубенил. Ну ладно. Ладно, ничего, едем в ЗАГС, Викуся говорит, все, поехали тогда. О, вот это вообще, это прям ностальгия в новом формате. Смотрите, это Василий в той самой масочке, если вы понимаете, о чем я снова застрял. О, Викуся мне говорит, ждем всех и женимся. Да, все, мы телепортировались в ЗАГС, вот здесь люди появляются еще. О, у нас сегодня прям события, лимузины тут стоят. Сейчас поженимся и будем веселиться еще дальше, продолжать, в общем. Я сейчас расплачусь, короче. Вот в ЗАГС вот такие ребятишки пришли, им нормально, вот первый, вот второй, а вот третий, а это я, блин. Поздравляем, тут все пишут, подождите, еще рано, ну хотя да, спасибо, еще деньги мне отправляют, я сегодня миллионером стану, это, конечно, круто, я не против, счастья и радости и в жизни побольше бурундучат. Вот я не думал, что я в Сампе поженюсь, блин. Так, меня окружили и поздравляют. Ура! Все, Василий потихоньку вот так к свадьбе готовится. И тут ребятишки уже подсоединяются. Опа, опа, это кто здесь прибежал? Тоже такая девчуха. Ну что ж, все, вроде дождались мы как можно больше народу, не все, конечно, попали, но, ребят, я как минимум вас всех принял в семью, это уже классно, и вы можете уже в дом семьи приходить. Ох, а тут-то сколько народу еще уже сидит, я-то думал, все там стоят, а, так все уже прибежали, я-то думал, все еще на пляже остались. Ух ты, блин, сколько тут народу. Ну все, все, сейчас жениться будем. Викуся-то переоделась. Ух ты, блин, ну-ка. Вы не переодеты. Так, а мне надо переодеться вот так вот сюда. Вообще красотка, вот так. О, как выглядит Викуся. Ну-ка, мне сюда надо. О, вы посмотрите, Викуся сегодня в белом платьице. Так, а я где бы не-то переодеться? Во, вы действительно 2500 за костюмчик надо отдать, конечно. Все, я переоделся. Василий ненадолго стал Петром, я бы сказал. Какой-то я похож на Петра, ну ладно. Не, я Василий, ну как для свадьбы-то нужно переодеться? Так, ну все, я готов. Где? И вообще невеста ко мне вроде должна идти. Ну ладно, я пойду к невесте сегодня. Вот, все, пошли. Тру-ту-ту-ту-ту. Тру-ту-ту-ту-ту. Так, ну что, Викуся, давай, женимся мы с тобой. Все. Ура! Викуся кричит, ура, ура, да, наконец-то все, мы поженились, ребятки, горько, горько все кричат, Викуся, ты где? Горько, кто-то кричит, где Викуся? Кто-то плачет, вот это свадьба, кто-то плачет, кто-то орет, кто-то сидя на жопе вон летает вообще. Что происходит? Ладно, так, 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 я вот так вот, Василий настоящий вернулся, все, тут все четко, все классно. Так, где Викуся-то, я не понял, а? О, доллар кинули, все, деньги полетели.
Такая прекрасная пара, мой лучший друг. Что происходит вообще? Спасибо, ребят, спасибо за поздравления. Но меня вообще зажали, все, Василий поженился. Горько, где моя жена-то, ё-моё? Я не успел пожениться, она исчезла. Вот же она, едем домой на тусовку. Подожди, Викуся, ну-ка дай пройти мне к жене своей. Дай пройти. Викуся, где ты? Ну-ка иди сюда, Викуся. Все, вот теперь можете нас окружать. Стой, Викуся! Викуся говорит, надо ехать. Я пишу, нужен свадебный поцелуй обязательно. Ты че? Вот, давай. Она смеется. Так, где у нас тут? Вот, поцеловать по-мужски. Так, сейчас еще раз, дубль два. Вот, смотрите. Вот он! Ура! Все, Василий довольный. Он всегда довольный. Вот этот парень тоже довольный. А будете букет кидать, кто-то пишет. Не, букет только Викуся должна кидать. Я его потерял где-то. Едем на тусовку в дом. Да, вперед, все на тусовочку. Как, блин, нас много. Офигеть вообще, куда прыгать-то? Где Викуся? Все, наконец-то мы с Викусей на черном лимузине уедем. Давайте до дома поехали, там затусим. У нас на крыше кто-то. Едьте аккуратно, а то я видел, как ты ездила. Кто с предыдущей серии тут шарит, да, о чем вообще речь идет, ну ладно. Да, Викусь, давай, у нас тут лимузины, сейчас нам денег накидали, поэтому ладно, можно, в принципе, и таранить лимузины, но хотя лучше и не надо, конечно, поаккуратнее. Ух, нас все еще догоняют, поздравляют, ставьте меня в видео, ну все, ты в видео. Опа, опасный трюк мы выполняем в горочку, сейчас походу навернемся. Потребил наркотики кто-то. Ну все, что можно вообще на свадьбе у нас произошло, блин. Вау, это что сейчас было? Ничего себе! А мы уже к дому подъезжаем, хорошо, что он близко и все. Ох, я так рад вообще. Какая офигенная у нас и серия, и просто сходка, и свадьба, все в одном ключе. Обалдеть, как нас много. Я думал, до дома вообще не доберется никто, наверное. Особенно я бы точно уже не добрался. Ладно, Викуся довезла. Я не знаю, мы там все вообще поместимся, нет у меня. Опа, ну я зашел вроде. Тут... Ух ты ж, блин, ё-моё, тут у нас, смотрите, уже повар есть. Повар-моряк с огромным ножом, торт-то где будешь нарезать? Ничего, у меня туса-джуса здесь вообще происходит, офигеть просто. Ну это балдёж реально, я не знаю, что тут больше сказать, а вообще капец. Я хочу вас поздравить, сэр, кто-то пишет. Офигенно вообще, просто тут и Вероника, ну и шо, поздравляю. Спасибо, всем большое спасибо, это офигенно. Меня Вика зовет, знал бы я, где она вообще. Когда заходишь к себе в ванну. Там просто кто-то развалялся и такой, ну сегодня у Бурундука свадьба, я отдыхаю, никому не мешать, в общем, все, выйдите, пожалуйста, мне помыться хоть немного надо. А давайте не будем мешать, ну-ка, дайте пройти. Я Викусю-то потеряла, да меня зовет-то куда идти-то, я не знаю, может мы вообще все в гараж куда-нибудь будем в гараже тусоваться, нет, в подвале нам делать нефиг. А, вон Викуся-то на диване расселась, ну а как же, о, Викуси там деньги кидают, ну все, я в этот день просто в два раза приумножил свое состояние, мне кажется, если семейное уже считать. Так, мне куда-нибудь пробежать, я вот так вот сюда куда-нибудь встану, вот, все. Ох, ну что ж, еще раз большое спасибо всем, кто пришел к мне на свадьбу, к Викуське, всем, кто нас поздравил. Мы и обручились, и повеселились. Побегали вместе, в ЗАГСе побывали, в общем, покатались на лимузинах. Сейчас дома у нас туса продолжится, но это только для тех, кто был на сходочке. Еще деньги прилетели. О, это я люблю. Вот такая у нас и свадьба, и сходка получилась. Надеюсь, что всем, кто был, понравилось. И надеюсь, что тебе понравился этот видосик. Я думаю, у нас еще будет не одна сходочка. Поэтому смотри, ставь лайк, подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить серию. В следующий раз забабахаем что-нибудь еще прикольное. Мы с Викусей поживем, посмотрим, что можно сделать. Ну, вообще, заходи, играй. Извините, я кого-то ударил, не хотел. Конечно же, заходи на Grand RP. Я периодически тут бываю. Вот с ребятками в семье. Вместе можете что-нибудь создавать, улучшать нашу семью. Это что там вообще сейчас было? Я сделаю вид, что мне показалось. Все, всем спасибо и всем пока. Тру-ту-ту-ту-ту. Все, теперь женат. Люлей получил еще.